Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. На странице 22 мы выполним задание под номером 1. Отметь галочкой в квадратике, на каком рисунке правильно показана Земля и Луна. Объясни свое решение. В голубой станице девица круглолица, ночью ей не спится, в зеркало глядится. Это Луна. Среди вас нет ни одного ребенка, который бы не видел Луну. Много тысячелетий люди поднимают голову вверх и видят в ночном небе одну и ту же Луну. Только выглядит она по-разному. То круглая, как блин, то похожа на серп. Объяснить это явление человек не мог. Думали даже, что видят разные небесные тела. Поэтому появились два названия – Луна и Месяц. Но все это одна и та же Луна. Почему тогда мы видим ее такой разной? О Луне ученые сегодня знают больше, чем о любой другой планете, кроме Земли. Если смотреть на Луну с Земли, то кажется, что она меняет форму. Эти различные формы называют фазами Луны. И возникают они из-за того, что мы видим только освещенную Солнцем часть Луны при ее движении вокруг Земли. Луна двигается вокруг Земли и является ее естественным спутником. Что такое спутник? Спутник – это небесное тело, которое движется вокруг более крупного тела. Естественные спутники планет – это их природные спутники, то есть те, которые не созданы человеком. Так вот, Луна является естественным спутником нашей планеты Земли. И, как я уже сказала, именно Луна движется вокруг Земли. Поэтому правильный у нас будет рисунок под номером 1, где показано движение Луны вокруг Земли, а не наоборот, где показано, что Земля движется вокруг Луны. Поэтому галочку мы поставим возле первого рисунка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.